настраиваясь на эту игру, как на все остальные, что были у нас на сборе, хотели победить, тем более перед, за неделю до начала чемпионата надо собраться. И нам не мешало то, что, как бы, можно сказать, уезжаем уже со сбора, все, настроились на победу, играли. Правда, чуть жарковато было, и соперник был хороший, но нам повезло, быстрых два гола забили, я думаю, их чуть надломило. Я имею в виду первый и второй быстрый получить, поэтому, мне кажется, чуть соперник надломился. В принципе, нормально, Игнатьев, вот он был у нас по первой лиге, играл. Кабаре уже тоже, Сисе тоже, в принципе, я думаю, нормально будет, сыграемся. Будет выходной 8 числа, а потом собираемся и начинаем готовиться к Рубину.